Блюдо из серии 2 в одном, и мясо, и гарнир. Получится полноценное второе блюдо. Нежные, пряные кусочки свинины, тушеные в сметанном соусе, с приготовлением блюда справится даже начинающий кулинар. Если вы не едите свинину, аналогичным образом можно приготовить и говядину, и телятину, и даже куриную грудку. Меня это блюдо всегда здорово спасает, когда нужно срочно накормить семью. Просто и очень вкусно. 1. Свинину нарежьте на кусочки. 2. Посолите, поперчите, добавьте половину паприки, перемешайте и оставьте минут на 10. 3. Обжарьте свинину с добавлением половины масла, уберите из сковороды. 4. Лук и помидоры нарежьте кубиком. 5. В сковороду, в которой жарили мясо, добавьте лук и обжарьте минут 5. 6. Верните в сковороду мясо и помидоры, потушите еще минут 5. 7. Добавьте сметану, еще немного потушите. 8. Макаронное изделие отварите до готовности, воду слейте и добавьте масло. Подавайте мясо с макаронами. Приятного аппетита!